Доброе утро, ребята. Показываю свой виноград. Начал подготовку его к обрезанию. Вот сейчас уже практически на некоторых еще вот там вот листья есть, здесь нету. Вот мне надо будет их обрезать все. Здесь у меня молодой еще с листьями. Это этого года, один год. Очень хорошо растет. Все, на следующий год будет уже 2 года. Может быть, даже на некоторых я разрешу там, как говорится, виноградику вырасти или чего. Но остальные будут подрастать еще 2 года, и будет, как говорится, виноград хороший. А вот смотрите, какой интересный получился. Я специально оставил маленький шардоне виноградик. Смотрите, какой оригинальный. Я его не заметил в свое время, так оставил. Ну, вот такой вот шардоне красивое. Вот тут у меня аляника по всему верхнему ряду. Вот она хорошо идет, молодая тоже. Погоду ей сейчас на следующий год, может, даже, как я и сказал, немножко даст урожая. Ну, много мы и не рассчитываем ничего, но обычно весной очень сильно растет. Это тоже молодой каберне савиньон. Это вот шардоне один. Кустик такой вот, он высокий. Следующий год даст очень хорошо побеги. Вот так вот. А пергола тоже практически подготовлена. Все надо будет там подрезать еще немножко все. Ну и вот это вот 2 куста остались у меня. Это американский сорт Томпсон. Я его не стал еще подрезать, потому что вроде как зеленые листики. Вот начинают они опадать. Все, как опадут, я его тоже обрежу все. Ну, дела. Пока.